И всем приветик, ребятки! Я с вами снова Мини Тигр, и снимаю я видео сегодня один за другим, и выкладываю тоже, правда выкладываю все немедленно, но тем не менее. Сегодня мы с вами поиграем в Paper.io. Да, надеюсь, что мы обязательно разделим это видео тоже на 4 части. Но в любом случае, как видите, у меня уже скин пончика. Да. Ну, в общем-то... Я относительно мало играла в эту игру. И вообще это Paper.io 2. Paper.io 1, конечно, я играла на компьютере, но это был Paper.io 1, а это Paper.io 2. Так что здесь я чуть-чуть не бойся. Но суть этой игры в том, чтобы ползать, расширять свою территорию, убивать врагов и защищать свое. Да. Значит, мы играем за вот такой вот квадратик, сзади которого остается хвостик, если мы выходим на белую территорию или на чужую территорию. Ну и значит, в начале игры нам дают маленький островок, который мы должны расширять, защищать. А также нам дают целую кучу противников, которые пытаются у нас этот уголочек забрать. А мы не должны этого позволить. Что ж, да. В Paper.io 1 мы были более квадратными, здесь же... Остров более эластичный, так сказать. Резиновый. Ну и да. Противников от этого, кстати, от этого меньше не стало. Но тем не менее. По-моему, все-таки такой правил один был удобный. Ай-яй-яй, не убил. Если я наступаю на чей-то хвост, то тогда я убиваю их. Если на мой хвост кто-то наступает, то тогда убивают они меня. И сейчас я у вас открою рекламу. Едем дальше. Ну, значит, да. Но я думаю, правила я вам объяснила. Теперь давайте смотреть, как мы становимся королем. Король — это игрок самым самой большой территории, по сути. Наверху у нас есть лидерборд, там, где список игроков этого сервера. И как бы... самые выдающиеся претенденты на короли, так сказать. И наш с вами рейтинг там тоже есть. Так, мы сейчас зажаты в довольно неудобном ситуации, довольно некомфортной. Ладно, это было рискованно. Прям очень. Трипл килл. Ха. Или дабл килл. Ну да, это был трипл. О, ай, да ладно, ну я же его переехала первый. Так нечестно. Опять реклама. Так тоже нечестно. И вообще. Ладненько, едем. Бикипер. Пчеловодик. Ой. Я перекусила свой собственный хвост. Чего делать не надо. Печально. Чуть-чуть отжали территории. Так. Лучше не делать такие большие дуги, какие делаю я, но в Paper.io у меня была необычайная способность за 5 секунд обгонять короля. Да. В Paper.io 2, конечно, у меня такой способности не дали. Так что да. Эх. Как-то криво этот чувачело свою территорию, конечно, заформил. Опа. Это был эпик файт, я вам скажу. Я-то знаю. Так. Опа. Yes. Ах ты, малиновка. Ай-яй-яй-яй, не успела. Ничего, сейчас сделаем. Хоба, кил. Хоба, не успела. Опять. Хопа, еще один кил. Кстати, кто играет в Entwar.io? Потому что я играю.
Мой ник, как всегда, мини-тигра. Если встретимся, ну, было бы неплохо. Я обычно играю на оранжевой тиме или на черной тиме. Ну да. Я не знаю, если кто-то там играет, но просто вдруг. Ну так вот, если вы вдруг знаете, что такое Энтуар, то было бы неплохо, наверное, поиграть вместе, не знаю. Ну да. Надо будет, наверное, тоже поиграть на запись в Энтуар как-нибудь. Если получится на компе это устроить. Оп. Ха. Лошара. Оп, минус. Я только начала, а у меня уже 2 кило. И да, кило мне тоже показывают. Оп, еще один. А, я просто король. Ну, почти, у меня только 2% с половиной, а надо как бы 8 или 9, даже 10 уже, чтобы стать королем. Ну, пф. Потихоньку-потихоньку расширяемся. Нет. Эх, Киша. Киша, это мой кот. Его так зовут, Аким. Что? Да. Да, ё-моё. Может, докторы какие-то играют? Поехали. Я думаю, это видео выйдет минут на 10, потому что, ну, что тут показывать, в принципе. Но я потом с вами еще поиграю. Ну, снежки. Да. У меня 1% карты. Я уже сделала кило 2. Если не 3. Ну, теперь уже 3. И кто из нас нуб? Я, правильно. Потому что я сама не играла. Оп. Сейчас мы зарулим это дело. Мне бы хотя бы разочек стать королем, было бы классно. Потому что в Энтуар Айо 2 я еще особо хило королем не была. А так-то да. Ах ты. Оп. Минус, минус. Тентакли их не надо бы убрать. Нет! Я же почти стала королем. Ну, вы видите, проигрыш здесь равен боли. Так, зелененький. Смотрите-ка, красивый-то, ну ё-моё. Мы чуть-чуть подгадим ему. Подгадим, да. Ай-яй. Ну и ладно. Еще минуты две поиграю, и все. Так. Я хочу попробовать стать королем и показать вам, типа, когда ты становишься королем, тебе на квадратик одевают подобие короны или что-то. Ну и типа, да. Я хочу показать вам эту корону и как быстро на тебя все ходят, когда ты становишься королем. Но, видимо, не успели уже. Ну ладно. Еще последняя игра, видимо, будет. А, нет. Не последнее. Здесь игры довольно-таки быстрые, так что 10 минут этой игры может равняться 10 игр. Или даже больше. В зависимости от твоей удачи и уровня мастерства, и вообще от других игроков тоже зависит. Пацифисты или не очень.
Оп. Ну, в общем-то, да. Япончик, пончик, пончик, япончик, 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 пончик мой. Ладно, в любом случае, надо уже сворачиваться. Спасибо за просмотр. Наверное, надо закончить не на а на этом. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, а мы с вами увидимся в следующей серии или в предыдущей, в зависимости от того, что вы посмотрели первее. Ну, а пока-пока. Да. Пока. Ты почему еще здесь? Ты лайк поставил? Да? Хорошо. А подписался? Чувак, все уже разошлись. Все, ты тоже вали. Тебе надо еще другие мои видео посмотреть вообще-то. Если они уже выложились. Потому что выкладываются они ой как долго. Все, иди. Запись уже идет 11-ю минуту. Почему ты еще тут? Ты должен был еще на 10-ю уйти. Нет, чувак, реально, вали, вали. Ладно, не хочешь ты валить, я свалю первее. Все.